И всем привет, друзья, я Эверлайт, и сегодня я покажу новую бета-версию Майнкрафта Bedrock Edition 1.21.10.23. В бета-версии довольно-таки много нововведений, поэтому, думаю, ролик получится интересным. Ну а подробнее про данную бета-версию можно узнать на официальном сайте ModsCraft по официальной ссылке из описания. Что ж, это канал ModsCraft, ну и погнали, расскажу подробнее. Итак, давайте начнем с изменений. Медные двери выпадают только с каменной киркой или лучше. Двери больше не выпадают, если верхний блок был сломан в творческом режиме. Спавнер мобов получил звуки удара, добычи, ходьбы по блоку, прыжка. Волки, медведи и панды при получении урона от окружающей среды, то есть огня, лавы и замерзания, будут паниковать и пытаться избежать опасности, то есть... Что-то очень интересное. Заряд ветра, направленный вниз и выпущенный игроком, теперь отбрасывают игрока вверх на примерно 6 блоков вместо примерно 2,5. Теперь, что касаемо исправленных ошибок. Исправлена текстура гладкой кварцевой плиты. Исправлена проблема с сохранением настройки безопасной зоны. Заряды ветра работают одинаково на любой местности, приседание больше не влияет на отбрасывание заряда ветра или прыжок. Ложные урона от падения будут наноситься реже при использовании заряда ветра. Заряд ветра больше не летит слишком далеко от игрока. Ну, это самое важное было. Думаю, на этом можно закончить. Ну и как обычно, скачать данную версию можно будет по официальной ссылке из описания на официальном канале. Сайте, точнее, ModsCraft. Что ж, я Эверлайт, это канал ModsCraft. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на данный канал. Всем удачи, всем пока.